Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами TCL 20 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как поставить пароль на этот телефон. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки, и в настройках, пролистав вниз, находим пункт, который называется «Безопасность и биометрия», после чего переходим в него. Здесь ищем экран блокировки, нажимаем на него. И у нас есть разные типы экранов блокировки или защиты вообще нашего телефона. Это, во-первых, выключить всю защиту, скольжение, то есть вам нужно будет свайпнуть по экрану блокировки графический ключ, пин-код или пароль. Я, к примеру, себе выберу графический ключ. Дальше мы вводим графический ключ, пин-код или пароль дважды. Главное его не забыть, потому что придется сбросить наш телефон до заводских настроек. Здесь я вам советую выбрать второй пункт. И нажимаем «Готово», после чего у вас был добавлен пароль на ваш телефон, и чтобы разблокировать ваше устройство, надо вписать графический ключ. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и пока!